Написал заявление в прокуратуру, и вот сегодня льва решили освободить из клетки и отправить в приют для животных. Ты возьми по одной, надо вдвоем. Одну держишь? Один, одну, другой, другую. К слову, здесь, на землях лесного фонда, бизнесмен Кирилл Бабенко давно обустроил бар и мини-гостиницу, а с помощью экзотических зверей привлекал новых клиентов. Причем лев, как оказалось, был не единственным, кто развлекал публику. В доме на втором этаже зоозащитники нашли